Спонсор выпуска – магазин skinon.ru. Тут лучшие виниловые наклейки и чехлы на ваши гаджеты. И, конечно, можно создавать свой любой дизайн. Для всех зрителей нашего канала я выпросил скидку на 15% на все чехлы и виниловые наклейки по промокоду, который вы видите на экране. Ссылочка и промокод в описании – skinon.ru. Роскошь порой доходит до абсурда, а порой наоборот оправдана. Как бы там ни было, нам с вами далеко до нее, но давайте хотя бы посмотрим на нее. Добро пожаловать, это 10 самых дорогих вещей в мире. Ну и начнем мы, конечно же, с самого ожидаемого, с пельменей. Самые дорогие пельмени вы можете найти в Бронксе, в ресторане «Золотые ворота». Порция этих пельменей из 8 штук обойдется вам в $2400. Что же особенного в этих пельменях? Все дело в том, что помимо теста и мяса в состав пельменей входит железа глубоководной рыбы факела, отчего пельмени даже при слабом освещении излучают синий цвет. Несмотря на это, они съедобны. Луи Вьютон заботится не только о том, как вы выглядите в одежде, но и о том, как вы выглядите без нее. Именно для этого компания выпустила презервативы со своей маркой. Цена одного такого составляет $68. Так что можно похвастаться, что ты не только носишь вещи от Луи Вьютона, но еще и... вы понимаете. $102 000 такая стоимость велосипеда, который полностью собран вручную, а выполнен он из золота самой высокой пробы. Плюс ко всему, к золоту добавили 600 кристаллов Сваровски. Разумеется, заниматься велопробежками на таком велосипеде крайне небезопасно. Victoria's Secret создает женское белье не только для самых красивых, но и богатых женщин. Например, белье в The Red Hot Fantasy стоит $15 миллионов. Даже попало в книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое в мире. В белье инкрустированы 1500 рубинов и бриллиантов. Красота всегда требует жертв, но готовы ли вы заплатить $250 000 за лак для ногтей? Такой лак выпустила компания Azature. Стоимость объясняется наличием в лаке маленьких черных алмазов. Выпущен он был лишь в единственном варианте, ну понятно почему. Мало кто решится отдать такую сумму за лак для ногтей. Lelo Innis Gold, самый дорогой в мире вибратор, стоимость $10 000. Сделан он из нержавеющей стали с позолотой. Как одинокая женщина может накопить на такое устройство дамских утех? Очень просто, продать всех своих кошек. От одного мощного устройства переходим к другому. Dodge Tomahawk V10 Superbike, самый дорогой из мотоциклов, за который придется отдать $500 000. Полностью концептуальный, собранный вручную супербайк, по словам некоторых экспертов, не для всех, Tomahawk для безумцев. И правда, кто же отдаст такую сумму за мотоцикл? Самый дорогой в мире телефон iPhone 4 Diamond Rose, на создание которого ушло 500 000 алмазов, а корпус был изготовлен из розового золота. Логотип Apple выполнен из 50 бриллиантов, а нажимая на клавишу «Домой», палец будет касаться высокопробной платины большого розового алмаза. Видимо, бриллианты там служат в качестве противоударной защиты. Lamborghini Sesto Elemento гордо носит звание самого дорогого автомобиля в мире, стоимость которого составляет $3 000 000. Название, кстати, переводится как «шестой элемент», так как шестой элемент в таблице Менделеева – карбон. Именно из этого материала и сделана машина, благодаря чему это также один из самых легких автомобилей. Ну а самая дорогая книга в мире – это «Ластерский кодекс» Леонардо да Винчи. Это научные записи ученого, созданные им в 16 веке. В 1994 году кодекс был приобретен Биллом Гейтсом за $30 000 000. Видимо, он тоже считает, что книги – это наше все. Но все эти вещи меркнут по сравнению с вашими лайками. Они бесценны. Вы знаете, что нужно делать. На этом все.